Всем привет, с вами For Extreme, и у нас сегодня очень интересный тест. Будем рубиться, и будем рубиться по оптике. Штатная оптика Nissan Patrol лампочки H4, причем лампочки довольно хорошего качества, против светодиодной фары нового поколения EX2048. У нас есть двор, я попрошу включить ближний свет. Я попрошу включить дальний свет. И мы будем фокусироваться вот на вот той вот дальней стенке. Еще раз повторю, две штатные лампочки против одной фары. Посмотрите, как по мне, выбор очевиден. Еще раз, дальний свет. Дальний свет. Посмотрите на засвет. Вот так работает это чудо-фара на XP-диодах. Я надеюсь, этот тест вам понравился, и он сыграет роковую роль в выборе конкретно этой оптики. Оставайтесь с нами.